Всем привет! 2 года назад я уже рассказывал вам о партнерской программе EPN. Информация очень полезная и нужная для тех, кто хочет сэкономить на своих покупках или даже заработать вот в интернете. Причем заработок это действительно реальный. Но за 2 года эта информация уже устарела, и поэтому я решил записать новый ролик, тем более, что есть к этому повод. Итак, я вам рассказывал о партнерской программе EPN. На мой взгляд, это самая лучшая партнерская программа из всех, которые только существуют. Я знаю все партнерские программы, о которых вы писали или можете написать. Я знаю все, попробовал все. Но самое лучшее это вот EPN и Admetad. Ну, об Admetad я тоже немножко расскажу. Но сейчас основной упор у нас на EPN. Здесь можно зарегистрироваться как вебмастер для того, чтобы зарабатывать денег. И как покупатель для того, чтобы возвращать деньги со своих покупок. Мы все покупаем в Китае, либо в других магазинах, и вот здесь можно заработать. Под этим видео я прикреплю несколько ссылок, отдельные ссылки для регистрации как вебмастер, чтобы вы могли зарабатывать, и отдельные ссылки будут для покупателей, для кэшбэка, для того, чтобы вы могли возвращать свои деньги со своих покупок. Наверное, самая приятная новость заключается в том, что 9 декабря вот этой партнерской программе EPN исполняется 3 года. И вот в честь своего дня рождения она повышает ставки кэшбэка и заработок. Плюс ко всему устраивает 3 конкурса вот, и выделяет 39 призов. Вообще-то конкурсы такие, розыгрыш призов, производится этой программой еженедельно. То есть каждую неделю мы можем выйти в свой личный кабинет и посмотреть на свой профиль. И вот здесь вы увидите вот такую кнопочку «Участвовать в розыгрыше подарков». Для этого нужно просто на нее нажать и нажать вот здесь «Хочу участвовать». Ну, я уже являюсь участником этого розыгрыша. А вы должны будете проделать то же самое для того, чтобы участвовать вот в таком суперконкурсе, где будет аж целых 3 конкурса и куча-куча призов. Но даже если вы не успели на этот конкурс, потому что смотрите это видео позже, чем оно выложено, то все равно не расстраивайтесь. Почему? Потому что конкурсы все равно проводятся еженедельно, и самый высокий процент заработка и кэшбэка все-таки именно в этой партнерской программе. Поэтому даже если вы зарегистрированы в каких-то других программах, все равно вам я советую зарегистрироваться именно здесь и совершать свои покупки именно через EPN. Для тех, кто зарегистрируется сейчас по моим ссылкам, ссылки непростые, они реферальные, естественно, и дают еще вот много бонусов будут давать. Вот для кэшбэкеров, то есть для покупателей, видите, 9 декабря 11,3%, то есть самое время покупать. Вот с таким промокодом с 10 по 16 будет 10,3%. Для веб-мастеров с 9 по 16 будет 9,10%. Это в Алиэкспрессе. Вот для Гербеста повышенные ставки. Для Бангуда, Asos, Озон.ру, да, вот эти все магазины, они тоже участвуют в этой партнерской программе. Тут будет плюс 0,3% к тому проценту, который и так дает все время магазин. Если вы смотрите этот ролик сейчас, имейте в виду, что по акции, когда вам еще больше дадут призов, подарков, в виде процентов, количество активаций ограничено. На момент записи этого ролика оно составляет 984. Когда вы будете смотреть, я не знаю, может быть, даже здесь будет и 0. Поэтому спешите. Но даже, как я уже говорил, даже если вы не успеете присоединиться вот во время этой акции, все равно не расстраивайтесь, потому что из всех таких программ это самое лучшее. Для тех, кто не верит, я вам покажу заработок по Алиэкспрессу, только по Алиэкспрессу, за прошлый месяц. Вот, предыдущий месяц, как видите, с 1.11 по 30.11.2016 года.
Значит, по Алиэкспрессу мой заработок составил $307.65. Это небольшая сумма. Я знаю людей, которые зарабатывают здесь еще и с ноликом, то есть там $1000. Но я особо этим не занимаюсь, поэтому у меня сумма скромная, но тем не менее, я считаю, вполне даже неплохая. Вот это для скептиков, которые там любят писать в комментариях, что $2 за год не заработаешь. Ну, можно заработать, особо не напрягаясь, вот $300 в месяц без всяких своих вложений практически. Ну и теперь, что изменилось с момента выхода вот этого моего ролика. На тот момент программа была только одна, AliExpress, и не все товары участвовали в этой программе. То есть там нужно было проверять, участвует товар, либо не участвует. Но кто не видел, посмотрите вот этот ролик, он все равно будет вам полезен, потому что я повторяться не буду. Я просто расскажу о разнице. Так вот, сейчас уже абсолютно все товары, которые есть на Алиэкспрессе, в Гербесте, в Бангуде, в других магазинах, которые работают с EPN, они абсолютно все программы участвуют в этой программе. И можно получить кэшбэк. На текущий момент вот Гербест, Бангуд, Асос, Озон, Алиэкспресс. Но не факт, что когда вы смотрите этот ролик, тут не появятся другие площадки, потому что EPN сейчас очень быстро развивается, об этом знают уже все китайские магазины, и скоро здесь этих магазинов будет больше. Как я и говорил, все, что нужно сделать, чтобы работать с этой площадкой, нужно зарегистрироваться по ссылочкам, которые вы видите в описании под этим видео. Добавить сюда мои площадки, то есть все площадки, где вы будете размещать информацию о товаре, о котором вы рассказываете, то, что вы купили как покупатель, либо что-то рекламируете и о чем-то рассказываете как вебмастер, вы добавляете сюда все вот эти площадки. Не обязательно, чтобы эти все площадки были именно ваши, главное, что все площадки, где публикуются эти ролики, либо ну текстовое описание, потому что здесь не все площадки мои. Здесь очень много площадок, которые мне не принадлежат и даже где я не пишу. Просто люди берут мою информацию, не переделывая ее, не меняя, публикуют у себя. Тем самым они делают интересным свой блог, и я претензий никаких к ним не имею. Почему? Потому что они как бы авторство мое не нарушают. Никакой текст не меняют, ссылки не меняют. И мы с ними довольно успешно сотрудничаем. После этого нажимаете, как вы все это добавили, площадки вам добавили, вам нужно будет нажать на партнерскую ссылку, выбрать здесь, от какого магазина будет товар, например, AliExpress. Вводите сюда ссылку на товар, здесь описание чисто для себя, и потом нажимаете создать партнерскую ссылку, и все, и получится вот типа такого. Вот ссылка, получить партнерскую ссылку, нажимаете, и вот ваша ссылка. Можно нажать на сокращение и получить вот такую маленькую, аккуратненькую, красивую ссылочку. И этой ссылкой вы и делитесь потом со своими читателями, со своими друзьями. Что еще интересного в этой программе, это статистика. Статистика мне нравится чем? Что здесь можно посмотреть, что купили ваши читатели, ваши зрители. Вот здесь вот креатив, это тот товар, о котором вы рассказывали, название. А здесь вот эти ссылочки на товар, который купили ваши люди. Вы можете посмотреть и уже знаете, что интересует вашу аудиторию. Не упускайте свой шанс. Программа на самом деле самая лучшая. Я с ней работаю уже 2 года и только положительные эмоции. То есть лучшей программы я не знаю. Вот Адмитат, да, там больше магазинов, больше площадок, но работать с Адмитатом намного сложнее. Во-первых, там все так замучено, что не сразу разберешься. Во-вторых, если вот здесь вы сгенерировали свою ссылочку, то она работает на любых площадках, где она размещена. Допустим, я опубликовал обзор, поместил ссылочку. Человек вышел, посмотрел этот ролик, ему понравилось, и он взял и
нажал кнопку «Поделиться», и этот ролик вместе с описанием появился у него в блоге. И люди, которые будут выходить и кликать, ссылки-то не изменили, ссылки мои. То есть я буду с этого получать какой-то доход. А если же это же самое, но ссылка будет сгенерированная в AdMetad, то ни я ничего не получу, ни тот человек, который поделился, тоже ничего не получит. Вот такая там есть хитрая особенность с AdMetad. То есть там заработать в AdMetad можно меньше, реально меньше заработаете, чем с EPN. Ну, про другие площадки даже и говорить не хочется. Я рассказываю только о самых лучших. Самое лучшее, на мой взгляд, это именно EPN. Так что, друзья, открывайте описание, там вы увидите вот такие ссылочки. Выходите по этим ссылкам, регистрируйтесь и возвращайте деньги со своих покупок, либо зарабатывайте. Даже если вы зарегистрированы где-то в другой программе, поверьте, что в этой программе вы будете зарабатывать, либо возвращать деньги, но это тоже считайте как заработок, да? Намного больше, чем в любом другом месте. Это проверено. 2 года – это все-таки срок, это показатель, это 2 года моего опыта. И это не пирамида, это реальный заработок. И здесь никому ничего не надо платить. Наоборот, платят только вам. Почему засмеялся? Потому что скоро я выпущу один ролик про действительно обдуриловку, как обманывают в интернете под видом того, что якобы заработок. Но не буду раскрывать все карты, это будет в одном из ближайших выпусков. Ну а пока всем пока, выходите, читайте описание, регистрируйтесь и получайте денежку. Пока!